Всем привет, дорогие зрители, подписчики моего канала, с вами Туз Геймс. Итак, мы продолжаем с вами Far Cry. В прошлой серии мы с вами... Так, секундочку. Прошли супергонку, какое-то задание там. Свой среди чужих. Или так, открыть. Че, оружие? Вот, в этой серии пойдем по сюжетке опять. Посмотрим, что у нас. Куда нам надо? Гонка на выживание. Поехали. Посмотрим, что нам там приготовили. Просил FPS. Едем, едем, едем. Что-то ехать 5 лет, блядь. Че, куда они туда повернулись? Да, буду, буду. Переодеваемся, что ли? Че за корыто какое-то, блядь? Так, где арена? Так и знал. Арена Ринара. Прошу прикинуть меня, пришлите от любого другого модуля.
Ебать, ну ты, блядь. А чё, дайте мне что-нибудь посерьезнее. Надо было, блядь, брать какой-нибудь. Мы нормально едем, нет? Что-то я заебался уже кататься тут. Да, блядь. Готов в следующем. Блять, чё происходит? Чё, блядь, происходит? Куда я? Где я, блядь? Куда ехать, сука? Ебать ты придурок, блядь. Сюда верно едем, нет? Тачки капут, походу. По-моему, я иду обратно. Или нет, или верно. Ходим. А ты, сука. Ебать, блядь, придурки ебаные, блядь. На, сука. Сейчас патроны закончатся. Так, нужно подобрать здесь. Блять, 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 тачка. На нахуй, на нахуй, ебать, блять. Вот, блядь, дерьмо, нахуй. А нельзя другую тачку взять, блядь? Ладно, доедем до той с пулеметом, попробуем раскрошить этих долбоебов, блядь. Пока тачку дал говно, блядь. Похуй.
А, подорвались, что ли? Блядь, заебись. Ну и чё, как его бросить? Ну чё, бросить, нажимаю же, бросить, ёпта, блядь. Придурок. А, туда надо бросить. Ой, блядь. Ну ладно. Прошу прощения за внимательность, за невнимательность. За внимательность, за супер. Внимательность. А ко мне, блядь. Да, ни хера себе. Будут. Там какашки, что ли? Жесть.
Там еще что-то было написано. Секунду, сейчас прочитаем. Записки рейдера. Ага, ага, живи свободным или умри, и все такое. На вашей, сука, мать, держите пушку в руках, когда срете тупни. Не надо ронять стволы в нужник из очевидного. Придется тагать с собой обгаженный ствол. Никто не хочет быть рядом с чуваком, стреляющим из пушки, вымазанным. В дерьме держите оружие в чистоте, кретинами. Короче, сральник уронил свою пушку, блин. Тихо, випужин. Добудь свинину, найди больших жирных волосатых свиней и зарежь их. У нас тут не куча сраных веганов. Тащи на стол выпивку и мясо. Если близнецы или кто-то из помощников видит на тарелках одни вялые овощи, не вздумай обвинять меня в том, что с тобой случится, ясно? Тупло, помни об этом. Они устраивают такие вечеринки каждый год, гуляют, как в последний раз, и каждый кто-нибудь получает свое. Но я клянусь, что если кому-то решат снести башку за пучок моркови на столе, это буду не я. Я пройду. Нахуй я взорвал. Что, блядь, происходит? Так, нормально. Чё, колесо пробито, что ли, блять?
Так. Путешествие Трейси предполагает, что здесь осталось немного еды, так и оказалось. Выходит, даже крыс стало меньше, так что у меня появился шанс поесть. Я повстречал других падальщиков, маленьких детей, думал схватить еду и бежать, но, блин, как это глупо. Я вспомнил о Вирджиле и решил поделиться с детьми едой. Они не остались со мной, не рискнули довериться. Правильно, черт возьми, мне нравится думать, что они живы, благодаря мне. Чё, куда ехать? Сейчас попробуем взять катер, наверное, и завалить этих близнецов уже. Блять, Эдемсы. Ну, возьмем своего, наверное. А чё у меня такое дерьмовое оружие-то, блядь? Так, секунду, надо подготовиться. Блядь. Говна какого-то набрали. Дай, сука, эту лодку. Где? Задание. Восемьсот метров, блять. А, там лодка же есть. Вот я затупок, блять. Сейчас крокодилы, бегемоты, быстрее, 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 блять. Дайте лодку с каким-нибудь сраным, да. Так я не понял, а что состав отряда? Он с нами, нет? Ниндзя, блядь. Ёбнулся, что ли? Давай сюда. Все, я тебя подождал, мы с тобой. Вау, вау. Чуть не укокошил, блядь. Напарник.
Погнали, блядь, уже. Тихое что-нибудь возьми, но с глушаками. Так, едем. Ну, это, я думаю, уже финал, скорее всего, финальная битва. Я думаю, да пройдем здесь уж. Так, блядь. Что за говно? Куда? Где, блядь? Карта. А, нам направо надо было под мост. А, этот чувак, я думаю, что с ним, блядь, кто орёт? Чувак, ты здесь помогаешь, что ли? Так, посмотрим, что здесь. Так, кролик или осел, ты определись уже. Да ладно, блядь. А ну выходи, хорош.
Вот так вот, блин. Какой-то, блин, победили, короче. Ну вот и все. Не, ну с такого я тебя не кончу. Какой-то тухлой СВДшки, что у нас есть время, что ли? О, блядь, еще что? Давайте пора, наверное, продолжим в следующей серии. На этом закончим. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо.